2017 год. Открытие первой арены «Колизеум» в Туле на 20 компьютеров. 2018 год. Открытие флагманской арены в Москве площадью более 300 квадратных метров на 70 компьютеров. Сентябрь 2020 год. Открытие сотой арены «Колизеум». Октябрь 2020 года. Открытие в Орле одной из крупнейших кибер-арен «Колизеум» в Европе площадью более 800 квадратных метров на 110 компьютеров. На открытие приехал знаменитый киберспортсмен Рамзес-666 и сыграл шоу-матч со зрителями. Январь 2021-го. Запуск Лиги «Колизеум» с ежемесячными призовыми от 1 миллиона рублей. Весна 2021-го. Начало продаж нашего собственного энергетика «Cyberwater». Июнь 2021 года. Выход на международный рынок. Открытие кибер-арены в Республике Беларусь. Август 2021. Количество компьютеров в нашей сети превысило 5000 штук. Сегодня «Колизеум» — это уже более 170 кибер-арен в разных странах и более 630 тысяч уникальных пользователей. Ну а сейчас я рад анонсировать открытие крупнейшей арены в мире на 3000 квадратных метров в Москве. Вас будет ждать более 150 компьютеров, огромная сцена и зрительный зал, стримерские парящие буткемпы, зона автосимуляторов, кафе. И кажется, теперь я знаю, где пройдет International 2022. Ждите подробностей. Всем «Колизеум».